Всем привет, друзья! Пока лето еще не кончилось, давайте используем его на максимум и попробуем научиться какой-нибудь прыжок в воду. Какой же прыжок научиться? Что-то попроще нужно. Может быть, рыбку назад? А что? Это идея. Тем более, это базовый элемент, который в будущем позволит изучить более сложные. Не знаю, получится ли, но я попробую. Задняя рыбка выглядит легко, но делать страшно. Для того, чтобы приступить к изучению рыбки назад, вам нужно уметь рыбку вперед, чтобы вы понимали, как вообще входить в воду вниз головой. Начинайте изучать данный элемент с небольшой высоты. Чем ниже, тем меньше вероятность перекрутить. Когда вы нашли подходящее место для его изучения, все, что вам остается, это просто взять и попробовать. Никаких подводящих я не придумал. Просто берете и прыгаете назад, очень медленно при этом вращаясь. Заднее сальто уметь для него совсем не обязательно. Наоборот, если вы умеете заднее, вам будет труднее сделать заднюю рыбку, потому что вас будет перекручивать, как это случилось со мной. Как-то раз я, помню, уже пытался и отбил себе живот. Надеюсь, это больше не повторится. Поехали. Если видите, что перекручиваете, чтобы не шлепнуться животом, подгибаете ноги и ударяетесь об воду ногами. Да, это тоже неприятно, но не так болезненно, как удар животом. Спустя несколько неудачных попыток у вас должно получиться. У меня, как видите, получилось. Ну что, будем повышать высоту? После этого пытайтесь плавно повышать высоту. Как видите, тренажер для рыбки у меня идеальный. Ступеньки с перепадом примерно 20 сантиметров. Максимально плавное увеличение высоты. Если что-то идет не так и элемент у вас не получается, вернитесь на шаг назад и повторите снова те же действия, как это сделал я в данном случае. Вернулся на ступеньку ниже. Также пытайтесь выравнивать свои ноги, чтобы не биться ими о воду. И в конце моя цель была сделать заднюю рыбку с самой высокой точки пирса, а потом и с мешка. Хорош. Круто. Yeah. Еще вчера я боялся это делать, а сегодня сделал. Это лайк просто. Ну вот, в принципе, и все. Вот так я сегодня научился рыбку назад. Очень долгое время я ее хотел научиться, но было страшно.
На сегодня я все-таки собрался с силами, потратил достаточное количество времени, сделал достаточное количество попыток, и у меня все получилось. Думаю, так же получится и у вас. Всем удачи в изучении, большое спасибо за просмотр, до новых встреч! А ты уже не хлопаешь? Тебе уже это не надо? Точно! Спасибо. Спасибо. Я забыл похлопать.